Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина в рамках реализации проекта «Детский спорт» поддержала соревнования по художественной гимнастике, которые прошли на площадке спортивно-зрелищного комплекса «Одинцово». В первенстве приняли участие более 500 спортсменок из Звенигорода, Одинцова и Москвы. Художественная гимнастика – один из самых зрелищных и красивых видов спорта, но, как и любой другой, он требует упорства, настойчивости и, конечно, большого труда. Уже даже самые маленькие участницы первенства проявляют все эти качества, отметила Лариса Лазутина. Депутат от «Единой России» также приняла участие в церемонии награждения самых юных участниц соревнований.